Мне очень нравится. Да, мы мамулю привезли на концерт. Потом мама говорит, что всех артистов знает. И вот сейчас ждем остальных. И подпеваем. Все нравится. Даже мы подпеваем. Даже мы подпеваем. Классно. Вообще отлично. Все хорошо. Все отлично. Молодцы. Любим, когда они устраивают нам такие великие праздники. Это отдушина для нас. Это для нас любовь. Мы любим Тюмень. С праздником Тюмень. 78-летием его. Буквально через несколько минут на сцену выйдет известный аккордеонист Петр Дранга. Его виртуозной игрой восхищаются многие. Кстати, впереди выступление Таисии Повали. Она исполнит песни «Отпусти меня», «Я знаю, ты далеко» и другие свои хиты. Также на сцене свои песни исполнят Инна Рудник, Глеб Матвейчук и Игорь Димарин. Так что все интересное еще впереди. Дарина Халина, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.